Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Твою ж мать. Ну, в общем, вы поняли, где мы. Так, нет, стоп. Я хочу с Баттерсом побегать. Было бы странно, если бы здесь воняло как-то по-другому. Какого? Боже ж ты мой. Эта игра каждый раз заставляет мне какие-то веселые ощущения. Так. Насколько я помню, он будет дамажить сразу двоих. Отлично. Милосердный ты наш. Так, что там из него выпало? Ага. Пчелиные соты. Это все у него... Ну, вы поняли. Так. Не то. Точнее, не тот человек. Мне нужен какой-то другой. Стоп, а кто мне нужен? Чтобы... обезвредить. Сейчас попробуем кого-нибудь найти. Так. Группа. Наверное, Кенни. Хотя Кенни не подойдет. Окей, он тоже не подходит. Так, стоп. Следующий. I can't believe we're inside a real live battle. Так, хорошо, а кто из них тогда? Вот я просто сейчас пытаюсь понять, кто из них может мне помочь. О! Чувак, ты офигенен. Так. Critical. Зомби, слизя, хренотень. Так, а ну-ка подползи-ка сюда. Отлично. Только вот как мне перебраться? А, стоп, вижу. Так. И, кстати, я догадываюсь, что это за липкая жидкость. Что за... У него... Мистер Шляпа? Ты-то что здесь забыл? Так. Это жесть. Ладно. А. Что? Hello? Hello? Slave honey? You better not be tied up somewhere, you silly goose. Where is he? Сложно сказать. Так.
Оу, нифига, вы там его покоцали, кстати. Так, ну ладно, мы сейчас быстренько применим мое любимое заклинание, которое очень нихреново всех долбает. Отлично. И теперь будем смотреть, что у Клайда там появилось, что-нибудь новенькое или нет. Метка смерти, кстати, тоже надо использовать. Тогда вот этого. Путь меча. Круто. Но урон получил только от одного из способностей. Так. Давайте сейчас добьем этого. Отлично. Ну, слизь, которая говорит по-немецки, это, конечно, как-то странно. Так, еще какую-то способность можно использовать. Вращать левый стик. Отлично. Мы убили всю немецкую слизь. Как бы это странно ни звучало. Что? Да вы прикалываетесь. Причем он круче, чем... Хорошо. Мне придется, видимо. Так, при атаках игнорируется 400 брони, ледяного урона, 100 огненного, 100 шокового. Положить в инвентарь, положить в инвентарь. Точнее, нет, стоп. Взять вот эту штуку. Изменить. Так, где-то там 35% урона был. При идеальной атаке. Да ладно, просто. Просто так сделаем. Там и так у него очень крутая атака. Возьмем его себе в руки. Это как-то даже звучит странно. Ну окей. Так, 80 брони. 70 брони. И 80 брони. Кстати, есть смысл одеть. В принципе. То есть я даже... способности. Так, получив 10 очков при убийстве противника. Щит на 2 удара, когда нокаутируешь врагов. Боже. Нет, я хочу, чтобы он выглядел хотя бы так. 150, снижая ауру. А, латы рыцаря здесь есть, смотрите-ка. Оказывается. Головной обруч Валькирии. Латы рыцаря. Так. 50 брони. Бонус к атаке, когда убиваешь. 20 использования одноручного оружия. Рукавицы рыцаря. В общем, вот так мы будем выглядеть. Ничего не буду вставлять, мне лень. Так, туда я, видимо, не пройду пока что. Значит, нам сюда. Видимо, не сюда. Так. Так, хорошо, я что-то сделал сверху, я даже не понял, что я сделал сверху. Thank you.
Not exactly sure what you're asking. Так. Я в замешательстве, что мне делать. Ну, в общем, я не знаю. Я в шоке. Потому что я даже не знаю, что делать. Вот, то есть мы до сюда доходим и все. То есть какая-то кнопка, но нажать я ее не могу, потому что у меня нет значка нажатия. Нам точно туда. То есть и с кнопкой как-то все это дело связано. Так. Все-таки, может, у нас что-то есть все-таки. Давайте попробуем рев дракона, не знаю. Yuck. Не помогло. Так, чары вонючки тоже, по-моему, будут бесполезны. Хотя... Ну да. Так. Планетного зонда у нас тут тоже нет. Уменьшаться особого смысла я тоже не вижу. Мы и так уменьшены. Not exactly sure what you're asking. Sick, dude. Так, все. А, твою мать! Вы ж, Маша, мать, серьезно? Это надо было всего-то вот это сделать, и все? Так, тут летучая мышь. Что здесь забыла летучая мышь? Что там забыла летучая мышь? Так. А шарики тут что делают? Ну, нет, ну, то есть понятно, что... Ладно, все, я закрою эту тему. I am the Sparrow Prince. Like you, I was once used for pleasure as an anal plaything, and thus perished in this place. Now you must defeat my angry spirit in order to move forward. I know, I don't really sound that angry, but trust me, I am. Let's just do this, all right? Let me wings journey the distance far and fast to find the way out of a land. It's filled with danger and fright, but push onward, let me wings with all of your might. Kill! Я не знаю, о чем здесь сейчас говорить, просто серьезно, вот как-то. Просто покарай его. Да я ж тебя покараю. По-моему, короче, чем он злее, тем хуже для нас. Черт, пропустил таки немножко удара. Так, эликсир силы. Берем. И бьем. Пытаюсь вырубить хотя бы двух задних. Ну, более-менее нормально.
Так, теперь смена. Кем мы особо не играли? По-моему, Кайлом. Да, давай. Обновляй статус. Ау! Офигеть, ты злой. Так, нужно срочно целебный эликсир. Пьем. Так, надеюсь, Кайл сможет что-то ему противопоставить такое хорошее. Так, диск кровопускания. Стоит, не стоит? Не знаю. Вон, давайте просто вибрирующий клинок используем. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь сплоченность. Отличный бонус к способности. К атаке. А, теперь способности. Дождь и стрел. Нажимай на указанную кнопку. А, не успел. Черт! Ну, в целом нормально все равно. Так, давайте набьем ему. Черт. Сплоченность. Опять бонус. Так. Теперь мы не сможем, да? Где же пока не увидишь вспышку? Так, ладно. Хотя бы отчасти атак уклонились. Умри! Да, нас никто не остановит. Это отлично. Охренеть. Hey, that looks like Carmen's mom's. Я думаю, ты супер, я хочу, чтобы об этом знали все. А, почему я? Окей. You can't get by. There's too much shit here. Да, мы не можем. Так, ну мы можем... Стойте. Мы можем взорвать. Все. Нагасаки пользуем. Используем Нагасаки. И... Отлично. Так. И куда мы можем переместиться? Ой, сейчас чувствую, будет что-то странное. Хорошо. Так. Эй, ну я же нажимаю на нужную кнопку, почему ты не хочешь перемещаться? Все, отлично. А вы что здесь забыли? I didn't join the company for this. We've got our orders. Yeah, but how come we always get the shit jobs? Go clean out the barracks. Go round up civilians in their homes. Go up a gay man's butthole and guard against intruders. Fucking sucks. Armed guards? What are they doing here? Whoever seeks to blow up the city clearly doesn't want anyone stopping them. You must get past them, new kid. Go fuck them up. Так. А вот, кстати, интересно, Нагасаки подействует отсюда? Нет, не подействует. Ну и ладно. Тогда просто мы сделаем проще. Нате. Так, они под этим. Так, у них много щитов. Тогда сначала начинаем вот с этой атаки. Минус щиты, отлично. И плюс кровотечение теперь дает эта атака. Сплоченность. Супер. Так, и теперь. На этот раз я надеюсь, я не ошибусь с кнопками.
теперь тебя будет ждать кое-что пострашнее, чувак. Отлично! Мы это сделали! Мы победили! Окей. Мы крутые. Боже. Hello, new kid. I am Katatafish. Katatafish of the stomach's core. The trigger of the thermonuclear device lies before you. I have tried to solve its riddle, but I have been unable to disarm it. Katatafish riddle will soon be told. There are only moments to spare. Find a way to disengage the trigger, or all will be lost. See that handicap sign? You need a part. Так, мне нужен Барт. Мне нужен Барт. Барт у нас только один. Ой, не туда. Where is the command, my lord? This calls for a little bardic action. Давай, чувак. Ты крут. Ну что ж. Abortion sequence initiated. Begin electrolytic infusion. Every critter holds it dear. Every animal big or small. Christmas means so much to us all. It's once cold, a year. So cold. It's Christmas time. And it happens once a year. It's once a year at Christmas time. When we is that my oil? Oops. Как-то серии стали часто заканчиваться. See that handicap sign? Вижу, вижу. Инвалидный знак. Нам нужен Барт. You need a Bart. Так, стоп. Давайте все-таки посмотрим. Обыскаем. Так. See that handicap sign? You need a Bart. Ага. Нам needen Bart. This calls for a little bardic access. Snook abortion sequence initiated. Begin electrolytic infusion. Теперь быстро крути против часовой стрелки, чтобы вставить. Cold. So cold. Danger. Abortion access slit stuck. Abortion access slit dilated. Initiate control chip removal. Wrong chip. Wrong chip. Ow. Not that. I needed that. Wrong chip. Self-destruction sequence aborted. Чаще всего я играю в игры. Ну, вообще, какие-либо. В разные. What is it, Mr. Slade? What are you feeling? Jesus! Jesus Christ! Great job, new kid. But your journey is not yet complete. Yes. But should we ever need your services again, we will come. Great job! You've disarmed the snook! South Park is saved! Yes. Now let's finish this, new kid. Let's beat Clad once and for all and take back the stick of truth! No. Oh! If you ever want to go back in, just ask! Теперь нам, видимо, сюда. Итак, если рассуждать, во что в принципе я играю, то это бывают довольно разные игры, потому что, не знаю, я не люблю играть во что-то одно там и все такое. Я играю в разные игры. Причем они абсолютно разные. Fools, you
thought you could conquer the fortress of darkness. Clyde, back away from that stuff. Oh, but I have yet to complete my army. You have come to witness the power of darkness. Stop! Clyde, you have no idea what that stuff is. Yeah, huh, it's green sauce from Taco Bell. I took it from their construction site. Dude, that's not Taco Bell sauce. Then why'd I find it at the Taco Bell? It leaked out of a UFO, Clyde. It's toxic goo from another galaxy. Think about it. Since when does Taco Bell have a green sauce, dude? Actually, since about a year ago. What? Taco Bell has green sauce now. No way. They've had it longer than a year. I've always gotten spicy green burritos. Yeah, no, I'm saying in the packets. They just started putting green sauce in packets. The fuck? How the fuck did I miss this? Ha-ha! I don't seem so foolish now, do I? That doesn't mean you have Taco Bell green sauce, dip fuck. Yeah, Clyde, why do you think that shit's glowing? Maybe because of the three varieties of chili peppers. Just give us a stick, asshole. Or what? You'll beat me up? Ha-ha! I've got another surprise for you. Шеф? I'm gonna make love to you, woman. Да ладно.